Георгиевск стал частью маршрута пешего марша мира под девизом «За мир и против фашизма». В конце прошлой недели у нас в городе побывал участник марша, активист Союза российских соотечественников в Грузии Эмзар Шаликашвили. Всего несколько часов находился он в Георгиевске, но успел посетить мемориал «Огонь вечной славы» и исторические места, связанные с подписанием Георгиевского трактата. Небольшой рюкзак со всем необходимым для похода, запас воды, спальный мешок, если ночь застанет в пути, и незаменимый плащ. Вот так налегке участник пешего марша под девизом «За мир и против фашизма», житель Грузии Эмзар Шаликашвили, отправился из Тель-Авива в Москву. Еще немного я прошел Владикавказ, я прошел прохладный, я пошел, если, ну, возьмем такие крупные населенные пункты. А вот сейчас мой любимый и единственный Георгиевск. И очень-очень я сам собирался, всегда хотел прибиться сюда и со своими глазами посмотреть все это местность, где заключился этот замечательный трактат, который спас весь Грузию. Если этот трактат не было, вообще не было бы Грузия. Восточная Грузия была бы персидская, и западная Грузия была бы турецкая. Учитывая то, что в это время население Грузии не составляло больше 600 тысяч человек. Весь Грузия должен молиться из-за этого трактата. Эмзар Шаликашвили – активист Союза российских соотечественников в Грузии. День Победы для него – священный праздник. Цените, цените ту кровь, которую наши предки пролили против этого болезни, которого мы называем фашизмом. 2300 километров предстоит пройти смелому путешественнику, чтобы достичь намеченной цели. Через Элисту иду прямо в Сталинград. 22 июня я должен быть там. И именно 22 июня с Мамая Кургана я должен выйти. Одновременно 22 июня я собрал в Европе мои одноплеменники. Они соберутся в Бресте. И 22 июня они сдвинутся из Бреста. И в Москве мы встретимся на день, 24 июня, на день подписания Георгиевского трактата. Несколько часов в Георгиевске и снова в путь. К маршу мира может присоединиться каждый желающий в любом населенном пункте, через который проходит маршрут, и пройти столько, насколько хватит сил и возможностей.